А директора одного из госпредприятий той же Запорожской области задержали на границе с Крымом. Чиновника подозревают в присвоении 3 миллионов бюджетных гривен, а на оккупированном полуострове он намеревался скрыться от следствия. Еще в 2015-м он подписал договоры с частными предпринимателями на покупку и обработку 700 гектаров земли биодобавками. Никто работы не проводил, а деньги разошлись по карманам. Чиновника задержали на пропускном пункте Чангар сотрудники СБУ. При себе он имел $6000.